На канале НТВ продолжается премьерный показ четвертого сезона медицинской драмы «Скорая помощь». В сюжете третьей и четвертой серии, выход которых ожидается 2 ноября, мы увидим, что на Грома в камере совершено покушение. От потери крови его спасает Кулыгин. Адвокат Камчатки готов вытащить Кулыгина из заключения, и затем он, наконец, выходит на свободу. А тем временем Арефьева по-прежнему в коме. В рассказ «Рай», что Ольга отреагировала на сообщение о пропаже Кулыгина, никто не верит. А затем врачи предлагают Рыкову отключить Арефьеву от жизнеобеспечения. После чего Рыков напивается в кабинете Арефьевой и находит там завещание, в котором Ольга в случае тяжелой аварии или серьезной болезни просит не держать ее на аппарате жизнеобеспечения. Работники подстанции собираются в больнице, чтобы попрощаться с Арефьевой, но она, ко всеобщему изумлению, в последний момент приходит в себя. Премьера новых серий состоится 2 ноября на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.